Дорогие друзья, сегодня состоялось историческое событие в нашей оранжерее. Впервые расцвел самый маленький в мире Аморфофалус анксакула. Почему историческое? Потому что, кроме как у меня, он есть еще в коллекциях всего лишь нескольких человек в России, а возможно и только одного человека. И возможно, что только у этого одного человека он и цвел. А больше все. Нигде его вы не встретите. В ГБС я его в прошлом году подарил. Там еще маленькая детка, соответственно, она не цветущего размера. Поэтому событие действительно уникальное. И для России историческое, не побоюсь этого слова. Для сравнения размера, вот насколько это миниатюрный вид, меньше толщины двух пальцев. Но при этом это самый настоящий Амальфофалус, то есть и соцветие очень характерное, с таким надутеньким сверху придатком початка и с распределением цветков сверху мужские, снизу женские. О соцветии, кстати, можете подробнее посмотреть в предыдущей серии про Амальфофалуса мышехвостниковый. Он, кстати, здесь прямо рядышком растет. У него только листья более цельные, а у Амарфофалуса анксакула они очень-очень сильно рассеченные, как такая маленькая миниатюрная пальмочка. Вообще для флорариумов это идеальное растение в плане ажурности и миниатюрности. Очень хорошо, кстати, сочетается с пилеей мелколистной из семейства крапивной. Это такое экзотическое растение, тоже экваториальное, почвопокровник, который я очень люблю добавлять в украшения из эпоксидной смолы с цветками орхидеи, которые здесь же зреют, и это я все своими руками заливаю в смолу. Вот. А еще здесь же, на этой полянке миниатюрных амарфофалусов, растет Амарфофалус клаудала. Вообще, что Амарфофалус клаудала, что Амарфофалус анксакула, они являются видами, которые совсем недавно открыты. То есть Амарфофалус анксакула открыли лишь в 2006 году, 14 лет назад, а Амарфофалус клаудала вообще совсем-совсем недавно, только лишь в 2016 году, 4 года назад. И тот, и другой вид были открыты известными среди изучающих ароидных людьми, американским ученым Аланом Галавеем, которого, к сожалению, не стало в мае этого года, и его коллегой из Юго-Восточной Азии Анопом Анксакулом. Анксакулумом. И, собственно, в честь Анопа Анксакула главы и назвал вот этот миниатюрный вид, самый маленький вид Амарфофалуса в мире. А рядышком там, кстати, еще один вид рос, прямо в этом же горном лесу Лаоса, только он был крупным, и его уже Анксакул предложил в честь своего друга и коллеги Алана Головея назвать, и очень трогательно есть фотографии, где они рядом прям растут, и подпись к ней, что это Амарфофалус Анксакула и Амарфофалус Головея. Вот. Именно эту фотографию в качестве некролога Анопа Анксакул опубликовал в день смерти Алана Галавея в мае месяце этого года. Вот. Ну, не будем о плохом, а лучше давайте сравним размеры амарфофалусов вот этих миниатюрных с настоящими гигантами, такие как Амарфофалус желто-белый, о котором я тоже рассказывал в своей прошлой серии. И, возможно, вы помните, в этой же прошлой серии я рассказывал про Амарфофалус каратенский, что он, если не с меня ростом вырастет, то, соответственно, возможно, чуть ниже. Оказалось, вообще он чуть выше вырос даже, чем я. Вот это все его огромный лист. Ну и, соответственно, самый крупный в мире Амарфофалус титанический, он сейчас выдал третью по счету
почку, у него пошел третий год жизни, и, соответственно, тут одна почка размером с весь Amorphophallus anxacula. Ну, тут видно, кстати, что у него листья уже завядают, потому что сейчас наступила осень, и на сухой сезон, все-таки это субэкваториальные леса в Лаосе, на сухой сезон там горные аморфофалусы сбрасывают листья и остаются зимовать, если можно так выразиться, лишь в виде клубней. Напоследок еще раз со всех ракурсов вам покажу соцветие, початок Amorphophallus anxacula. Вот, пожалуйста. Действительно очень декоративный вид. А у Amorphophallus claudula, кстати, придаток початка должен быть еще более длинным. То есть он похож на Amorphophallus anxacula, но при этом с длиннющим придатком початка. И учитывая то, что эти растения, они были открыты совсем недавно, лишь в 21 веке, то сейчас очень важно их распространять как можно больше по ботаническим садам и частным коллекциям, потому что виды эти редкие и в культуре довольно хорошо размножающиеся, так что таким образом мы с вами можем помочь им не вымереть. Именно поэтому я в прошлом году подарил главному ботаническому саду Российской академии наук и Amorphophallus anxacula, и Amorphophallus мышехвостников, которых у них не было. И именно поэтому сейчас в моей группе ВКонтакте, ссылку можете найти в описании видео, есть альбом предзаказа на будущее, ну, точнее, он называется «Бронь растений на будущее», где вы можете поставить плюсики, соответственно, под фотографиями тех видов аморфофалусов, которые хотите приобрести, в частности, вот Amorphophallus anxacula, и когда только появятся дочерние клубни в наличии, я вас обязательно оповещу. То есть бронь здесь будет гарантией того, что вы узнаете, что растение появилось в излишках в нашей коллекции, сможете тем самым распространить этот редчайший, не побоюсь этого слова, вид по нашей стороне, а возможно и не только.